Апноэ Клаб Горький представляет. Мы вчера утром приехали и днем пошли тренироваться. Место просто шикарное. Ну, реально, мы втроем ныряли, получили огромное удовольствие от пребывания наверху. Но в нырке есть и фаза, когда ты находишься под водой. И вот она была не самая приятная. Но у нас была иллюзия, что на Черном море 8 градусов же тоже термоклин. В принципе, мы готовились, ныряли поглубже, чтобы его достать. Но вот разница почему-то очень существенная. Градусы те же самые, а ощущения от температуры на поверхности совершенно другие. Здесь сильнее мерзнешь, больнее лицу, больнее рукам, больнее ногам. И поэтому нужно больше времени для того, чтобы как-то покомфортнее нырялось. Сейчас пока что не чувствуется легкости, вот этого парения, вот этого ощущения невесомости, благодати и парение в глубине, растворение. Как еще там пишут? Как дельфин. Да. Ты паришь? Кто пишет? Все пишут. Все пишут. Вот. Но все равно очень интересно нырять в разных местах в своей стране. Даже в таких холодных. Нет, ну это очень новые условия, по крайней мере, для меня. Я, во-первых, здесь первый раз. Вот, во-вторых, в пресной воде я не соревновался никогда раньше. Вот. Плюс, конечно же, то, что температура воды такая не теплая, надо сказать. Но самое главное, что на поверхности прохладно. То есть, в общем-то, я термоклин в других местах, он там же в Черном море. Примерно той же температуры, поэтому это не страшно. А вот то, что на поверхности вода холодная, это, конечно, свои коррективы вводит. И поэтому пришлось несколько тренировок потратить только на то, чтобы разобраться вообще с снаряжением, с оборудованием, какое нужно использовать в таких условиях. Наверное, только вот на четвертую тренировку удалось подобрать то сочетание костюма, там, поддевок и прочего, которые эффективно использовать. Если вдруг собираетесь нырять на Голубом озере, имейте в виду, что 2-3 тренировки абсолютно точно придется адаптироваться. На самом деле руки и ноги привыкают очень быстро. Это не проблема. А лицо? А вот лицо? Лицо похуже. Я сразу определила со снаряжением. В целом я ныряю в куртке 5 мм, голый, в открытой поре, голый снаружи. Штаны у меня 3 мм, без поддев, просто костюм, перчатки 2-миллиметровые с тканью с двух сторон, носочки 1.5 миллиметра, сверху я натягиваю ласты. В случае с этим я, например, вот мечтаю, что если в следующий раз мы приедем, я буду нырять без носок точно. Насчет перчаток надо подумать, руки пока еще не имеют. Например, если дело там нырять в ласте или в разножках, то, наверное, можно и без перчаток нырять. Я люблю ощущать воду руками. А фримерши, ну, тут надо подумать. Возможно, они имеют быстрее, чем ты поднимешься наверх. Вот, и я сразу сурово начала нырять просто в зажиме. Без очков, без маски. Просто зажим. Использую костюм все-таки 3 мм, но новый. И жилетку, поддевку использую. То есть, если есть возможность готовиться к нырку на матрасе и не лежать долго в воде между разминками, там, например, или перед разминкой, вот, в общем-то, для меня при теплой температуре воздуха на суше вполне устраивает. Вот я не успеваю замерзнуть, ну и во время нырка это тоже вполне нормально получается. Вот. Ну, я вообще холодную воду не люблю нырять в холодной воде, особенно вот это ощущение там по лицу, и руки, и ноги у меня, в общем-то, сильно мерзнут, вплоть до болезненных ощущений, поэтому ну, я использую достаточно толстые перчатки. Я ныряю в ластах, моноласте, очень плотные посадки, поэтому носки я не могу использовать, но использую такие носки гамаши, которые запахиваются снаружи. Вот. И на лице, ну, я, в общем, пробовал, я, конечно, могу использовать очки, наливая туда теплую воду, в общем-то, я так, ну, могу нырять, но, учитывая все эти нюансы с перчатками, с заливанием теплой воды, все это очень сложно, особенно, когда у тебя, ты ныряешь в соревновательном режиме, тебе нужно все это залить, воду теплую в уши, в очки, там, прицепиться, все надеть, подготовиться, вот, и я в итоге остановился в старые добрые времена, потому что я начинал вообще нырять именно в маске, довольно глубоко нырял на соревнованиях в маске долгое время. В общем, я ныряю сейчас здесь в маске, мне как бы пока спокойнее. Наверное, если у меня было больше времени без здесь... Без заливания воды, да? Да, просто в обычной маске, да, без заливания. То есть не без зажима, именно просто маска. Впечатление, так как холодная вода, не совсем обычно, большие мышцы, очень
часто на, если на длинном нырке, начинают отказывать. И не просто как в теплые, там, как они закисляются, что их там рвет как-то. Как-то ты их все-таки ощущаешь, а ты просто их начинаешь терять в пространстве. То есть как ноги ты просто начинаешь терять. В этом случае многие спортсмены вообще останавливаются, чтобы прилив крови. Скорее всего, поэтому они начинают снова как бы ощущать свои ноги. И тогда начинаешь работать. Или замедляешься, и тоже потом уже прилив крови дает понимание, как ты, что в пространстве находишься. Потому что когда или ты без очков, без маски, или ты с очками с водой, то по тросу очень тяжело определить вот в такой воде. Она недостаточно светлая. Поэтому ощущение такое, что как будто ты стоишь вообще на месте. Но оно не сильно пугает, но выводит немножко из равновесия. Потому что не понимаешь, с какой скоростью, где ты находишься. Время проходит, собираешься, раз, смотришь, вот уже ребята встречают тебя. Все, значит, ты уже знаешь, где, и уже расслабляешься, и тогда вообще нырок заканчивается хорошо. Для того, чтобы понять, как тебе нырять в такую воду, тут нужно соблюсти баланс. Чем глубже ты ныряешь, тем меньше снаряжения должно быть на тебя, тем меньше грузов должно быть. Соответственно, с одной стороны у тебя холодная вода, ты должен от нее защищаться толстым костюмом. Если у тебя толстый костюм, значит много грузов. Если ты с большим количеством грузов нырнешь глубоко, тебе будет очень тяжело и грустно всплывать с этими грузами. Соответственно, нужно меньше грузов. Если меньше грузов, значит тоньше костюм. Но тут пресная вода еще. И тут еще пресная вода. Тебе надо еще меньше грузов, потому что наверх тяжело. Да. И получается, что вот здесь вот нужно найти оптимальный баланс по толщине гидрокостюма, по тому снаряжению, которое будет на тебе, для того, чтобы уменьшить грузов, для того, чтобы было не так тяжело всплывать. У меня штаны трешка, куртка пятерка и шорты сверху. Да, причем шорты надо надевать сверху. Я попробовала сегодня без шортов, костюм полностью пятерка. Не подходит. Нет. Поэтому, да, штаны тройка, куртка пять. Ну вот, только перчатки нет. Носки, может быть, тоже придется снять, надо подумать. Есть очень большое преимущество, что здесь практически не зависит от погоды. Потому что это озеро, здесь нет волн, здесь нет течения. Собственно, если ты приехал нырять на сколько-то дней, ну, практически точно ты эти дни будешь нырять. Но, с другой стороны, нет термоклина. Это же ведь тоже с какой-то точки зрения удобно. То есть ты сразу опускаешь лицо в холодную воду, ничего не меняется. Плюс. Да, потому что для некоторых людей, особенно у тех, у кого очень чувствительные рецепторы на лице, просто некоторые описывают термоклин в Черном море, как льдины по голове дали. Вот. Здесь просто один раз дают льдины, и всю дорогу. Из бани в прорубь, да? Да, ну практически, да. Вот. В этом смысле, да, такое преимущество есть. Хотя, с другой стороны, ну, холодная вода весьма... Это такой минус этого места, потому что, ну, высота над уровнем моря для некоторых людей тоже, наверное, является минусом в нырянии на этом, в этом озере. Вот, ну, а в основном, да, холодная вода, и дело не только там, в каком-то дискомфорте, который она причиняет, а еще и в другом снаряжении, в котором сложнее нырять, потому что оно сковывает движение, потому что приходится брать больше с собой грузов, больше, сильнее обжимается костюм, более толстый. Это же недостатки. Да, там, ну, вот это вот все усложняет задачу. Ну. Здесь нету никаких течений, стабильная температура, нету волн, ветра, ты близко к берегу, тут, в принципе, все условия, кроме двух, идеально. Ну, из тех водоемов, которые у нас вообще могут быть выбраны для соревнований, ну, это Черное море, ну и вот это озеро, например, да. Другие водоемы не будут такими глубинными, не будут такими обжитыми. В принципе, то есть других мест нет. Если сравнивать между двумя этими водоемами, то здесь очень много плюсов. Во-первых, для федерации дайвинга, я думаю, это гораздо дешевле. Для спортсменов, возможно, тоже. А все локально так сближено. По времени происходит быстрее. Там, если брать трансфер, там до места нырялки, там катер километров 10, он должен туда уйти. Причем несколько катеров. Опять же, скорая помощь здесь раз к берегу подъехала. Там катер МЧС и так далее нужен. Потом там течение, там штормовые какие-то могут быть условия, в которых нельзя нырять. То есть надо брать большой запас по времени, остальное растянуться по времени. Не каждый спортсмен сможет с финансами такое выдержать, там жить дополнительно 3 дня, допустим.
всех там трех, а соревновательных 4. Вот. Все здесь близко, 20 метров поступило тоже на глубине. По холоду, да. Разница только в том, что там есть теплая поверхность воды, да, ты какое-то время. Там есть термоклин. Не каждый тоже с этим справляется. Я считаю, что есть человек, который, допустим, здесь хорошо справится ровно, приедет туда, он там будет бороться с термоклином. Или наоборот, там человек, который с термоклином привык бороться, с теплой поверхностью воды, а здесь он приедет и сразу попадает в холод, он здесь будет сталкиваться с этим, с проблемой, с другими. Ну, чуть-чуть разные условия, но нужна адаптация. Я думаю, если человек опытный спортсмен, он справится с этим. Вот. Здесь просто надо замерзать, надо согреваться на солнце, когда солнце есть. Но когда был Черикал челлендж, практически всегда шел дождь, а здесь горный дождь, он ледяной. Это, конечно, уже другие совсем условия. Uh-huh. Это не солнышко, и ты погрелся, упал, а ты вот как ты замерз, так ты замерз, и ты ныряешь. Озеро это находится на высоте около 800 метров над уровнем моря. Uh-huh. А как это ощущается это? Да никак не, да никак не ощущается. Но мы мерили сатурацию кислорода. Она действительно слегка понижена на 1-2%. Там скачет. Иногда, кстати, нормальная. Вот там вчера, например, мы мерили, у меня было 97-98. Вот до этого 96-95. Вот. Я физически на суше не заметил никакой разницы, кроме, ну, для меня. Вот. А что касается ныряния в глубину, ну, я действительно тоже пока не дошел до тех глубин, каких-то близких, наверное, к своим максимальным возможностям, чтобы понять, тяжелее мне или нет. То есть на данный момент я ничего такого не чувствую. Но да. Здесь можно нырнуть в ту же глубину, что в море? На мой взгляд, нет. Я думаю, что если брать вот абсолютно, то есть если мы ныряем где-то на море в хороших действительно условиях, в тонком костюме, ну, вот, да. Такую глубину, как там, здесь, мне кажется, нереально нырнуть. Ну, может быть, что-то там минус 10-15% вполне реально, я думаю. Нужно сделать несколько тестовых нырков в районе там 70-80, желательно 90% от максимума, для того, чтобы понять, какой ты сможешь сделать успешный нырок. Но мы приехали вот за 2 дня до начала стартов, и у нас вот на каждую дисциплину по одному тестовому нырку. Я сейчас нырял 60 раз ноги вчера, сегодня 75 в моноласте. И ничего не понял. Маски заполнены водой, ни черта не видно. Плюс еще не трос, да, вот этот официально желтого цвета. И надо очень постараться, удачно, чтобы там выбрать, что-то увидеть. Но благо фонари есть. Угу. Если так головой повертеть, то он в конце концов луч высвечивает трос. И такое яркое пятно есть. И вот единственное, что ты видишь, это... Угу. Связующее звено тебя с поверхностью. Вот в плане самого нырка, ну, как бы, есть разница, пресная вода, либо соленая? Ну, она есть. Речь идет о плотности воды. Соленая вода более плотная. Соответственно, например, в Красном море нужно больше грузов, чем в Черном море, потому что оно более пресное. А на Голубом озере нужно меньше грузов, чем в Черном море, потому что Голубое озеро вообще пресное, без соли. И, ну, падение начинается раньше, и оно более быстрым считается. Но на самом деле вопрос регулируется в большей степени количеством грузов. Ну, наверное, всплывать с глубины все-таки тяжелее. В пресной воде, да. Если достаточно большой глубины, наверное, все-таки немножко больше усилий приходится прикладывать. Там как-то более предсказуемо, ты понимаешь, сказать, когда ты падаешь, ты понимаешь, как наверх всплывать. Здесь же до 20 метров грести из-за толстого костюма тяжело, зато потом такое падение со свистом, что я сегодня смотрел на мелькающие риски через метр, я просто... Как на Формуле 1. Примерно так, если я болидом и ощутил. В сравнении с теплым морем, как, ну, намного сложнее? Ну, вопрос адаптации. То же самое оборудование. Единственное, что я здесь применил очки, никогда не применял. Обычно без маски, без очков, с зажимом. Вот. Толщина костюма та же, все так же, без носков, ну, может быть, носки одел на фримершин только из-за того, что, ну, все-таки какое-то драгоценное там тепло, чтобы сохранить. А так, вот разница вот в этом, что
нужна более такая длительная адаптация, ну, чтобы успокоить свое состояние. Потому что когда ты ныряешь в такую холодную воду, соответственно, любой без подготовки сразу начнет сокращаться, забывать обо всех правилах, обо всем, что он учился, обо всех техниках продувки. Мышцы начнут просто отказывать, мышцы носоглотки, гортани и всего остального. Диафрагма начинает бить. Это происходит вот у меня с первых нырков, это происходило там с первых тренировочных, да, там с 30 метров начинается такая паника. Но с каждым днем потихоньку специальные упражнения, там, настрой, ну и привыкание происходит. До этого нужно проводить заранее какие-то закаливающие процедуры, там, какие-то, ну, не знаю, лежать в холодной воде, например, в ванной, там, именно с расслаблением. Не просто там лег, выскочил, да, там, вот, а имитировать нырок, ну, то есть процесс, я имею в виду ментально, технический дом с продуктами, как мы все делаем. Вот такой вот, такой секретик. Лайфхак. Да, лайфхак. А имеет смысл тренироваться здесь, чтобы потом в море вообще просто как это, как к себе домой? Тут есть и такой очень нюанс, связанный, опять же, с компенсацией давления, да, здесь можно, на самом деле, мне кажется, хорошо натренироваться с точки зрения физической подготовки, тут вообще без вопросов, я думаю, что здесь можно очень сильно в этом плане улучшиться, вот, но... продувку здесь все равно не получится тренировать. То есть здесь ныряешь на глубины меньше, чем на более тепличных условиях, ну, ты будешь нырять уверенно на эту же глубину. Но чтобы нырять глубже, нужно, соответственно, и нырять глубже. Вот. И это, конечно, все равно затруднит какой-то прогресс, если брать абсолютное значение. А ну, вот методы продувки вы те же используете, как обычно? Да. Ну да, да. Опять же, снаряжение иногда вводит коррективы и температуру воды, когда губы не имеют, например. Или не знаю, у меня здесь не имеют губы. И щеки, например, сдавливают. Если костюм потолще здесь используете? Да. Ну, только он такой маленький. Мусфильчик. Он такой, тю! Какие места ты занял в итоге? Сколько медалей у тебя? Ну, в итоге я встал в срок дисциплинов, занял одно третье, два вторых места. И я думаю, что отберешься, да, и поедешь на чемпионат мира. Ну, я не знаю. Хочешь? Хотелось бы, но много факторов, которые могут помешать этому. А так да. Ну, мы желаем тебе удачи. Спасибо. Классные нырки. Наблюдал за тобой все нырки. Было очень красиво. Здорово. Профессионально. Спасибо. Рад был знакомству. Да, спасибо. Счастливо. Большое спасибо вам, удачи вам в выступлениях, будем стараться вас хорошо страховать. Спасибо. Спасибо. Постараемся вам. Постараемся не создавать лишней работы.